Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как связать вот таких вот классных мишек. Вяжутся они очень быстро. У меня на создание такой игрушки уходит где-то час, ну может час 15. По размеру они 14 сантиметров. Вязать я буду из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Можно использовать любую, либо аналоговую вот плюшевую пряжу, какая у вас есть, либо вообще обычную какую-то, какой вы вяжете. Просто он, наверное, получится поменьше. Так он у меня 14 сантиметров, может 15. Вязать я буду крючком номер 4 по пряже по расходу. Там совсем мало, даже, наверное, меньше, чем полмоточка. Может, даже с одного моточка можно 3 штуки связать. Я не вязала именно одного цвета, чтобы проверить, сколько с одного моточка получается. Ну, мне кажется, что даже меньше, чем полмоточка. Носик нужно будет, наверное, 5 миллиметров. И глазки тоже где-то 5 миллиметров. У меня глазки пришивные, бусинки. Наполнитель понадобится, маркер, ножницы, иголка с ниткой обычной для пришивания глазок, ушек и мордочки и ручек. А так я вывязываю все цельно, вот ножки и голова. Вязать начинаем с ножек. Видео для начинающих я, как обычно, прикрепляю здесь. Смотрите, как вязать столбики без накида, как начать вообще вязание. Все туда. Здесь я просто уже рассказываю и показываю. Ножки вяжем. Сначала одну ножку вяжем, потом вторую, потом их будем соединять. Я делаю петельку и 2 воздушные петли. Это одна и вторая. И в первую петельку набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду вяжу 6 прибавок, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида. Вот это вторая прибавка. Это третья прибавка. Четвертая. Пятая. Шестая. В следующем ряду, в третьем, провязываем просто по столбику без накида вот в каждую петельку. У нас всего 12 столбиков без накида должно быть. Вот провязываем 12 столбиков без накида в третьем ряду. Этот ряд я довязала. Дальше у нас четвертый ряд. Вяжем 3 столбика без накида в начале ряда. 1, 2, 3. Дальше делаем 3 убавки. Видео по убавкам я тоже прикреплю вот здесь вот, в подсказках. Вот первая убавка. Вторая. Третья. И 3 столбика без накида до конца ряда. Можно маркер ставить. Этот ряд провязали. В пятом ряду вяжем 2 столбика без накида в начале ряда. 1, 2. Снова делаем 3 убавки. 1, 2, 3. И до конца ряда остается 1 столбик без накида. Вот мы его и провязываем. Теперь в следующем ряду провяжем тоже 1 столбик без накида. На этом этапе я пока убираю крючок и добавляю наполнитель, потому что здесь уже мало места. Добавлю наполнитель и будем вязать дальше. Вот смотрите, я добавила наполнитель именно в эту часть. И вяжу дальше. 1 столбик без накида мы в этом ряду в 6-м провязали. Вообще нам нужно в 6-м ряду провязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так сделать 3 раза.
Вот один столбик без накида провязали, теперь делаем прибавку в следующую петельку. Это будет один раз. Столбик без накида и прибавка. Это второй раз. И столбик без накида, прибавка. Это третий раз. И теперь следующий ряд провязываем просто 9 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем соединительный столбик в следующую петельку и обрезаем ниточку. Ниточку вытягиваем, затягиваем, прячем вовнутрь. Вот эта одна ножка у нас готова. Вот такая вот она получается. Тут наполнитель нужно разровнять. Вот такая вот ножечка получается. Вторую вяжем точно так же, только соединительный столбик в конце не делаем и ниточку не обрезаем. Будем вязать дальше. Вот провязала я вторую ножку. Все так, как и в первой ножке. Закончила седьмым рядом и 9 столбиков без накида я там провязала. Дальше вяжем по этой же ножке 7 столбиков без накида. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Берем вторую ножку, или первую, как хотите. Ищем вот этот вот соединительный столбик, куда мы делали, его прекрасно видно. От него считаем одна петелька и вторая. И вот во вторую петельку от соединительного столбика, еще раз, вот соединительный столбик, его видно. И мы во вторую петельку от соединительного столбика провязываем один столбик без накида, соединив ножки тем самым. Дальше делаем 2 прибавки. Вот одна прибавка. Вторая прибавка. Дальше вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. 2 прибавки вяжем. Тут получается как подсоединительный столбик. Это вам как для ориентира. Так, вот эта ниточка мне не нужна. Тут соединяла, что я. 2 прибавки вяжу. Вот одна прибавка. И в следующую петельку вторая прибавка. Теперь вяжем снова 4 столбика без накида. Петельки не пропускаем. 1. Провязываем каждую петельку. 2. 3. 4. 2 прибавки снова, 1 прибавка, это мы уже на другую ножку перешли, 2 прибавка, снова 4 столбика без накида, 2, 3, 4, 2 прибавки снова, вот 1, 2, и один столбик без накида. Ряд у нас закончился. Вот так вот мы соединили ножки. Теперь нам нужно провязать 2 ряда, 9 и 10, по 30 столбиков без накида. Здесь обязательно поставьте маркер, чтобы проверить себя, чтобы у вас точно было 30 столбиков без накида. И вяжем 2 ряда, вот по 30 столбиков без накида. И
Вот я провязала 2 ряда по 30 столбиков без накида. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Это у нас начало ряда. В следующем ряду, в 11-м, будем вязать 3 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. Просто вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка до конца ряда. Этот ряд я довязала. В следующем ряду просто провязываем 24 столбика без накида. В каждую петельку по столбику без накида. Провязала я этот ряд. В следующем ряду, в 13-м, провязываем 2 столбика без накида, 1 убавка. И тоже так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. Этот ряд я довязала, в 14-м ряду провязываем 18 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по столбику без накида. Этот ряд я довязала, в 15-м ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. И тоже так до конца ряда. Я маркер принесу и вяжу 1 столбик без накида, 1 убавка до конца ряда. Закончила этот ряд и в 16-м ряду провязываю 12 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по столбику без накида. Этот ряд закончили, дальше уже будем вязать голову, вывязывать. Но на этом этапе я добавляю наполнитель. Хорошенечко туда в ножки добавляю, вот тут по туловищу. Добавляем наполнитель и будем вязать дальше. Вот я добавила наполнитель. Вот так вот выглядит эта игрушка. Очень красиво. В следующем ряду нам нужно провязать 12 прибавок. Каждую петельку по 2 столбика без накида. Мы закончили тем, что провязали просто 12 столбиков без накида. А сейчас нам нужно в каждую петельку провязать по 2 столбика без накида. То есть делаем прибавочку в каждую петельку. Тут тоже лучше поставить маркер. Я это делаю в первую петельку. Ставлю маркер. И вяжу дальше. Вторая прибавка. Третья. Вот 12 прибавок сделала. И в следующем ряду, получается, уже в 18-м, вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И тоже так до конца ряда. У нас в конце ряда получится 36 столбиков без накида. Тут главное петельки не пропускать. Четенько все провязать и пересчитывайте каждую петельку. Вот 1, поставить маркер и вязать дальше. Прибавочка — это 2, 3. Столбик без накида 4 и прибавка 5, 6, 7, прибавка 8, 9, и так до конца ряда. Вот я провязала этот ряд, сделала 1 столбик без накида, прибавка до конца ряда, и дальше 5 рядов с 19 по 23, 19, 20, 21, 22, 23. 5 рядов я вяжу просто по 36 столбиков без накида в каждом ряду. Вот я провязала эти 5 рядов. Вот так вот должно выглядеть вязание. Дальше будем вязать уже просто убавками. Вот следующий ряд, 24, вяжем 4 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. Вот 1 столбик без накида провязать,
и перенести маркер. И вяжем до конца ряда вот 4 столбика без накида, 1 убавка. 6 раз у нас получится так сделать. Дальше будем вязать 3 столбика без накида, 1 убавка, это в следующем ряду, тоже так до конца ряда. Затем 2 столбика без накида, убавка, тоже так до конца ряда. Добавить наполнитель немножко. Потом провязать в следующем ряду 1 столбик без накида, 1 убавка. Добавить наполнитель уже полностью в голову. И закончить убавками, пока у нас не закроется вот это вот отверстие. И голова будет готова. Голова, тело, в принципе, вот такая заготовочка будет готова. Вот видите, это я уже заканчиваю вязание. Вот сейчас я делаю 6-ю убавку в последнем ряду. Это у меня 7-я уже. Я сделаю как убавку соединительный столбик вместе. Обрезала нитку, тут затянула. И захожу с краю, прям выхожу в серединку и вытягиваю эту ниточку. Вытягиваю ее, затягиваю. И вот так вот, видите, тут получается. Здесь я завяжу узелочек. Просто вот таким вот образом. И ниточку спрячу. Вовнутрь. Вот такая вот красота должна получиться. Сейчас будем вязать мордочку. Начинаем вязать, как всегда, делаю петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду 6 прибавок. 1, 2, 3, 4. 5, 6. И в третьем ряду 1 столбик без накида, 1 прибавка до конца ряда. В конце ряда будет 18 столбиков без накида. Соединительный столбик в следующую петельку и ниточку обрезаем. Вытягиваем, затягиваем, на другую сторону протягиваем, выворачиваем. Вот такая вот мордочка готова. Пришьем ее к голове. Пришивать будем просто обычной иголкой с ниткой. Вот я ниточку присоединила к мордочке, приложила сюда. И просто пришиваю. Сначала захожу в голову, теперь в мордочку. И так по кругу просто ее пришью. Смотрите, пришьем вот таким вот образом, просто по кругу пришиваем, до конца не дошиваем, нам нужно будет вставить носик, закрепить его посерединке и добавить наполнитель и полностью тогда дошить. Ну, ничего сложного, просто пришиваем и все. Вот так вот пришита мордочка, носик вставлен уже. Осталось нам связать и пришить ушки и ручки. Давайте ушки сначала свяжем. Ушки вяжутся в 2 ряда. Первый ряд это у нас 6 столбиков без накида в первую петельку, либо в кольцо амигуруми, как обычно мы начинаем вязать.
У меня это две петельки воздушные. В первую петельку 6 столбиков без накида. И во втором ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. Вот 1 столбик без накида и прибавка — это 2, 3. Столбик без накида, прибавка — это 5, 6. Столбик без накида — это 7. И прибавка 8, 9. Следующую петельку делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем. Вытягиваем, затягиваем. Я хвостики протягиваю просто здесь, туда-сюда. И тут просто так вывернуть нам нужно обязательно ушко. Выворачиваю. И здесь эти хвостики обрезаю и прошиваю обычной иголочкой с ниткой, чтобы хвостики не торчали и не мешали нам в вязании потом. Второе ушко вяжем точно так же. Ушки 2 у меня связаны. 2 ушка. Теперь нам их нужно пришить. Пришиваете просто где-то посерединке головы, там, где вам нравится. Прикладываем и пришиваем. Как и мордочку, сначала в одну часть заходим, затем в другую. Тоже ничего сложного. Я просто обычной иголочкой с ниткой беру и пришиваю. Сначала одно ушко, затем второе. Вот смотрите, одно ушко я пришила, и второе с этой стороны пришиваем точно так же. Вот так вот я пришила ушки. Осталось нам связать и пришить ручки. Тоже делаем 6 столбиков без накида в первую петельку, либо в кольцо амигуруми. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Во втором ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. У нас сейчас 9 петелек в ряду. Третий и четвертый ряд провязываем просто по 9 столбиков без накида в каждом ряду. 2 ряда по 9 столбиков без накида провязала. В пятом ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. Вот столбик без накида, убавка — это 1 раз. Столбик без накида, убавка — 2 раз. Столбик без накида, убавка — 3 раз. И теперь нам нужно провязать 3 ряда, 6, 7 и 8, по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала, делаю соединительный столбик в следующую петельку, обрезаю ниточку. Вытягиваю, затягиваю, прячу вовнутрь. Наполнитель в ручку я не добавляю. Вторую ручку будем вязать точно так же. И потом нам их нужно просто пришить к тельцу. Я обычной иголкой с ниткой просто пришиваю прямо вот тут, вот где у нас переход с тельца на голову.
Вот, смотрите, так или на светленьком показать, да? Вот так вот я просто пришиваю. И все. Посмотрите, насколько вообще красиво это. Насколько красивый мишка. Мне прям очень нравятся вот эти вот пропорции. Голова большая, тельце поменьше. Прям вообще то, что я и хотела. Глазки теперь я буду пришивать. Я беру ниточку, которая поплотнее, чтобы хорошенько пришить глазики. Здесь я утяжек никаких не делаю, поэтому показывать тоже особо нечего по пришиванию глазок. Я просто пришиваю два глазика вот здесь вот, где нравится, на расстоянии на том, на котором нравится. Пришиваю и все. То есть я вот так вот прохожу несколько раз, потом просто ниточку обрезаю, ну, попротягиваю ее здесь по голове, чтобы запуталась в холофайбере, и всю ниточку обрежу, и будет готово. В итоге вот такой вот красивый мишка получился. Просто прелесть. Маленький, хорошенький. Можно, кстати, сделать в виде брелочка. Приделать сюда для брелка крепление, будет как брелок. Вот так вот он смотрится в бежевом цвете, розовый, желтый, голубой, фиолетовый. Это то, что я связала на данный момент. Все. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, то ставьте мне лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. До скорых встреч!